героем «Товарища Сверху». Только не Якова, а его сына Андрея. Очень интересный персонаж. 30-50-й Андрей Сверху играл в Москве. И многозаметно делился своими встречами, своими соображениями. Блять, люди, нахуя вам нужен этот маскарад? Вы мой хуй заройте, блять, оторвите, в землю его заключите. Я буду только рад. Оно-то стоит, оно-то нюхает, да? Оно-то село, оно-то сидит, оно-то умное. А дела как твои, зверь? Дела как твои? Мне расскажи. Все хорошо? Все хорошо у нас, да, с тобой сегодня? Представьтесь. Меня зовут Вячеслав. Металлическую конструкцию, изготовленную с помощью сварки из отдельных деталей, называют сварной, а часть такой конструкции – сварным узлом. ГОСТ 26-01-84 устанавливает ряд терминов и определений для сварных соединенных швов. Чипсики захватить. Основной я металл, состроил план по захвату чипсиков. Погромче. Сварным соединением называют разъемное соединение выполнения сваркой. Оно включает в себя сварной шов, прилегающий к нему зонам основного металла, который в результате теплового действия сварки произошли структурные изменения и примыкающие к ней участки основного металла. Наплавкой называется нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия. Сварной шов представляет собой участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны. Сварочная ванна – это часть металла, свариваемого хмар, шва, находящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии. Контрольная выплавка швы, образующаяся при обогащении процесса сварки, называют кратером. Металл, подаваемый в зону дуги, дополнительный к расплавленному основному металлу, называют присадочным. Представленный присадочный металл, введенный в сварочную ванну или направленный на основной металл, называют наплавленным. Сплав, образованным на расплавленном основном и наплавленным металлом или только переплавленным основным металлом, называют металлом шва. Слой сварного шва – это часть металла шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне шва. Валик представляет собой металл шва. Ты меня слушаешь? Да. Заплавленный или за один проход. Под проходом понимает однократное перемещение в одном направлении источника тепла при сварке или наплавке. Часть неприятного сварного шва наиболее удаленно в лицевой поверхности. Блять, воняет безвольственно. Или нет, смотри, ожогу, как механизм заработает, или многопроходной сварки, или наплавленный напольный сплав для обеспечения гарантированного проплавления, называют подварочным. Не всегда они разные. Условием работы швы бывает рабочий, понимающий внешний нагрузок. Должен быть тост читает человек. Мне не слушайте нахуй вообще. Предназначены только для крепления частей изделия, рассчитанные или восприятия внешних нагрузок. Кроме того, технология выполнения сварных швов описывает целый ряд характеристик. Так, по характеру выполнения сварные швы могут быть одной или двусторонними, а по числу условий одной или многослойными, а также многохолодными. В зависимости от расположения швов, конструкции сварку выполняют в разных положениях – нижнем, горизонтальном, вертикальном и потолочном. Сварные швы также подразделяются… Так называется по протяженности различные швы, непрерывные и прерывистые, по отношению к направлению воздействия усилия швы подразделяют.